Конечно, я очень волновался за программу, которую вот, чтобы всем было интересно. Но Михлюков мне сказал, когда я с ним поделился, он говорит, ты вообще можешь ничего не делать. Сиди, даже, говорит, подушку можешь под голову положить и слушай. Но ювеляр теме отличается от покойника, что может что-то возразить, что-то прочитать и может даже спеть. Поэтому не дождетесь, Валерий Геннадьевич. Ну и по этому случаю небольшое стихотворение, которое я написал специально для этого. «Ни сном, ни духом и ни боком не знал, не ведал, не гадал, но, глянув в паспорт ненароком, я тут же в обморок упал. Ведь мне казалось, что недавно был юбилей, две цифры пять, и я уверен был, что рано еще поляну накрывать. Мне 60, мне не полтина. К тому же Медведев время сдвинул, и тем в историю войдет, а может и наоборот. Из-за тупых его стараний не стать моложе мне на час. Однако хватит причитаний. Я снова счастлив видеть вас. И с явкой, будто на работу, метро Лубянка, вход в музей в 16.03 в субботу стоял как штык и ждал гостей. Мне 60, я точно знаю, вторая молодость пришла. Девиц в подарок принимаю, живых, и лучше без весла. Галина Викторовна, в соответствии с пожеланиями.